Взрыв в селе под Черкасами. Возле ночного клуба мужчина бросил гранату F1. Обошлось без жертв, пострадали только несколько машин и фасад здания. Человека, который метнул гранату, задержали посетители бара и передали полицейским. По информации следователей, он недавно освободился из тюрьмы и, вероятно, отправится туда снова. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.